看到一个熟悉的身影了没有？大家，不愿意。跟大家打招呼。大家好。啊。别了，别了，大家好。Это вся предоплата. Кто-то уже оплатил за работу, кто-то дал уже предоплату. Да ладно. Серьезно. Вся сумма, которую передали от наших зрителей. Я в шоке. Я в шоке. Я в шоке. На. Спасибо. Мы будем работать, стараться. И не обещаю, что в сроки, потому что, ну, есть основная работа. Это как бы дополнительно. Ага. Ну, я очень буду сильно стараться. Да. Спасибо большое. Да. А, 非常感谢大家。昨天呢，等于是在那个视频上传之后呢，他现有的十幅作品呢，立马就被抢购一空，然后接受了订单呢，大概也有30幅左右吧，然后后来呢我就没有再去接，因为他根本就忙不过来。这些订单呢我媳妇也会去帮助伊乐一块儿去完成啊。今天呢有两件事情啊，一呢是我陪伊乐去采购他所需的材料，因为他没有车不太方便，然后要买很多东西。第二件事呢就是我去要取两部手机，这两部手机呢一部呢是中国的一位网友呢托我转送他女朋友的，第二部手机呢是河北的一位很好的朋友啊，他也是跟我这种情况，他媳妇呢也是乌克兰人，他媳妇的家人呢等于就在离基辅呢大概有200多公里这么一个地方，正好呢是回老家，回我媳妇娘家路过这么一个地方，所以我就想呢，我说要不然我就去替这位中国的姑爷然后看一看他的丈母娘老丈干子是吧，然后呢我就把我的自己的想法呢告诉了这位河北的朋友，他一拍即合，他也非常高兴，而且他媳妇也很高兴，所以呢这个星期的周末呢我们会借着这个回老家的机会呢去看望一下这位河北朋友的乌克兰亲人们啊。行了，不多说了，然后现在我们就出发，然后买材料还有取手机啊，就是这里现在来取手机啊。选择性特别多啊，现在正在挑这些东西，我也不懂，让伊乐自己挑吧，看看能不能找到同款啊，不能找同款呢按照这个尺寸呢给大家找找别的。又到了一家啊，哎，这个挺那乌克兰风格的啊，有没有想要的？哎，这个贵了，米拉斯克瑞吉巴罗斯啊，30×40的，这个是别Вера也帮了大家在挑选。再过一个月我们就一岁了，但还没有会走啊，现在。姐姐。大家好，大家好。别打我！哎呦我去！哎！Сегодня были с Гуаном на закупке, вот, искали точно такие же картины, как у меня были уже вышиты, готовы. Но, к сожалению, точно подобие мы не нашли. Две только цветы, там, где украинский колорит, где цветы чернобрывцы, вот это только нашли. Прошло время и разные поставки. Люди всегда ассортимент обновляют. Тематику мы можем сохранить. То, что мы найдем... Похоже, мы всегда будем вставлять и показывать. Будете согласны, мы будем покупать, и вот с Леной вместе будем делать это все. Лена тоже пробует. Да, но точно подобие это маловероятно. Кое-что я буду искать, естественно, но... 大概情况呢，刚才伊乐也说了，然后就是这个样子。因为市场上我们转了好几家，都没有同款的。其实这也不是什么坏事，因为不是同款呢，这样更好。每一幅作品呢，只有一件，这样我觉得它的价值更高。是不是那些朋友已经付了定金的，我会联系你们，就是跟你们去协商，如果说你们只要同款的，我们在我们找不到的情况下呢，没关系，我可以给大家立刻退定金，这都没有事情。如果说您同意的话呢，我们可以按照大概的款式和尺寸，依着和我媳妇呢会为您制作这个作品，在质量上呢绝对是肯定有保证的啊。还有就是那个工期问题啊，他手里现在一共的作品呢现成呢是10幅，
但是呢，接到的订单呢，大概有大概30幅左右吧，所以呢，一时半会儿呢，给您没法交货，还请大家原谅。然后有什么问题呢，大家呢，可以跟我随时联系。做好了呢，我们一定会立刻通知大家啊，请大家放心。Ну, вот так вот. Я еще раз хочу поблагодарить китайский народ за такой интерес большой к моим работам. Никогда не ожидала абсолютно, что это в другой стране, абсолютно другая нация. Буду изо всех сил стараться вас радовать новыми работами. Мы будем с Леной на пару. Еще раз большое спасибо за поддержку, за вашу и ваш интерес. Искренний. Дякуємо ще раз. Все. Зайдем. Зайдем. Bye.